Вооруженный конфликт отбросил развитие сектора Газа почти на 70 лет. Об этом говорится в докладе программы развития ООН. По данным экспертов организации, за последний год уровень бедности там вырос, вернувшись к показателям 1955 года. На сегодня трое из четырех человек в Газе живут в нищете. Усугубляют кризис жесткие ограничения со стороны Израиля на распределение помощи. В ООН предупредили, что происходящее представляет опасность для будущего всех палестинцев. Напомню, ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября прошлого года. Тогда бойцы Хамас напали на приграничные районы Израиля, открыли огонь и захватили больше 200 заложников. По данным властей, погибли 1200 человек. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары.